В скором времени в Магадане приступят к строительству музея колымского быта. Учреждение будет расположено на месте сгоревшего старого краеведческого музея. На площади в 230 квадратных метров будут расположены уникальные экспонаты, отражающие жизнь магаданцев в различные периоды становления Колымы, а также этапы развития местной промышленности. В середине прошлого века в Магадане функционировал деревообрабатывающий комбинат. Основное производство дока состояло из мебельного, сапоговаляльного, сувенирного, приборо-ремонтного цехов, а также цеха выпускающего ширпотреб. Кроме того, были развиты кожевенная и стеклопромышленность. Музей колымского быта объединит уникальные экспонаты, которые до этого не были представлены нигде. А все, мы экспертизу получили. Я сейчас вот закончу здесь организационные вопросы. Мне надо до конца дорешать в Минкультуры, потому что это объект, который денежно будет оплачен Министерством культуры Российской Федерации. Это еще один из подарков нереализованных. Но по разным причинам долго не было экспертизы. Сейчас экспертиза есть, мы должны получить от них деньги, иначе стройку. Сбором, компоновкой и подготовкой экспонатов для будущих выставочных залов занимается музейный комплекс города Магадана. И когда будет построено здание, останется их разместить.